Знаете, да, когда дети вырастают, сначала мы их отправляем в садик, а потом отправляем в школу. И вот о миссионерской школе хотелось бы, чтобы сейчас рассказали братья, тоже детки Божьи во Христе. Я приглашаю ребят из миссионерской школы поселка Береговом, там она базируется. Они скажут несколько слов и помолятся. Мы приветствуем вас, братья и сестры. Когда-то каждый из нас особенно любил грех. Когда-то каждый из нас зависел от греха, мы искали его. Но теперь мы спасены. Мы спасены для того, чтобы служить. И недавно у нас состоялся разговор с братом. Мы говорили о том, что Бог слышит наши молитвы. Мы говорили о том, что Бог отвечает на них. И на протяжении долгого времени церкви нашего города и Омской области, реабилитационные центры молились о том, чтобы были братья, которые могли бы посвятить жизнь свою служению, которые могли бы поехать в те места, где особенно требуются служители, где особенно требуются братья, которые могли бы послужить нашему Богу. И Бог услышал наши молитвы, и была организована школа миссионеров для тех, кто желает посвятить жизнь свою служению, для тех, кто желает совершать труд во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Была организована школа для тех, кто любит нашего Бога. И на протяжении... Простите. И примерно 5 месяцев назад каждый из нас переступил порог этой школы, и мы приступили к обучению. И вот уже прошло почти полгода, и через несколько недель мы заканчиваем это обучение, и мы отправляемся на миссию. Нас разделили на 2 команды. 4 человека поедут в поселок Лузина, 4 человека поедут в поселок Червак. И мы будем совершать там служение 1 год, после чего каждый из нас будет делать выбор для себя, что им дальше делать. Остаться там, на месте своего служения, или продолжать обучение в колледже, семинарии, или вернуться в свои поместные церкви и там совершать служение. Это выбор каждого. И мы хотели бы сердечно поблагодарить вас, братья и сестры, о том, что вы молились за нас, вы поддерживали нас как духовно, так и материально. Мы очень нуждались в вашей поддержке. Мы хотели поблагодарить вас, братья-преподаватели, кто жертвовал своим временем, оставлял свои дела и приезжал к нам в поселок Береговой и оставлял нам частичку своего сердца, оставлял нам то, что вы накопили за то долгое время вашей христианской жизни. Мы хотим поблагодарить вас, миссионерский отдел, за организацию этой школы миссионеров, потому что это огромное благословение. Это то место, где начинает формироваться характер христианина, это то место, где направляют в нужное русло. Это большое благословение, братья и сестры. И мы радуемся о том, что мы являемся участниками этого проекта, мы радуемся, что мы имеем эту возможность и привилегию послужить нашему Господу, нашему Богу Иисусу Христу. Ведь мы были спасены для того, чтобы служить, мы были спасены для служения. Давайте помолимся с вами.